Банки с домашними соленьями, принесенные в пункт сбора помощи жителями Одинцовского округа, Екатерина Скорикова бережно упаковывает и укладывает в коробки. Для нее важно, чтобы груз добрался до адресатов в целости и сохранности. Каждую фуру с гуманитарной помощью, которая отправляется из муниципалитета в зону СВО, она обязательно сопровождает лично. Так Екатерина уверена, что посылки дойдут до пункта назначения. В рамках акции «Доброе дело» очередной раз фура отправляется в Херсонскую, Запорожскую области, ДНР, ЛНР посетим, к Дню защитника Отечества. Все для наших бойцов, подарки прежде всего, необходимые вещи отправятся на фронт. Продукты питания, медикаменты, матрасы, предметы личной гигиены и другие необходимые вещи собрали одинцовские волонтеры для отправки нашим бойцам. И уже неотъемлемой частью посылок стали детские письма и открытки, которые военнослужащие читают и бережно хранят. В единый день написания писем, 13 февраля, все дети округа писали письма. Все это мы доставим непосредственно солдатам, все передадим, привезем детям отчет, благодарности. В этот раз было собрано около 20 тонн гуманитарного груза. Военнослужащие получат подарки как раз в преддверии праздника. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».